А перед началом просмотра данного видоса я хотел бы вам посоветовать канал Домера. На его канале вы сможете узнать, как взломать админку в Майнкрафте, то есть у него другие способы, не такие как у меня, но они тоже рабочие. Сможете увидеть прикольные краши школы серверов, сможете увидеть Skywars, Bedwars и многое другое. И также он сказал, как только на его канале наберется 60 тысяч подписчиков, то он сольет приватную программу, которая взламывает абсолютно любой сервак на админку. Так что, ребят, ссылочка на него будет в описании, обязательно заходим и подписываемся, как сделал это только что я. Ну а мы приступаем к началу просмотра данного видеоролика. И, собственно, всем привет, ребят, с вами, как всегда, я Клаус. И сегодня я хотел бы вам показать новый способ взлома серверов в Майнкрафте на примере сервера SummerPX. Вот этот сервак появился у меня в комментах на Ютубе. И из-за этого я его сейчас буду крашить. Ну, потому что он мне чисто не давал прочитать комменты от вас, прочитать критику обоснованную. Вот. И давайте сейчас я вам покажу, что ничего ломать я, собственно, не могу. Так, ломать, видите, ничего не могу. Пропишем BC не могу, опыт никого не могу, GM1 тоже прописывать не могу. Потом забанить. Так, сейчас. Банить никого не могу. Попробуем, давайте, сетнуть что-нибудь. Сет лава. Вообще, то есть, у меня абсолютно ничего недоступно. Но как только мы с вами пропишем команду cheat client, вот она у нас такая, и нажмем на эту штуку, вот давайте я вам даже еще раз покажу, что я ничего ломать не могу, чтобы вы точно поняли, что это как бы все работает. Вот GM1, ничего не, вот, ничего я не буду делать. Но как только мы с вами прописываем команду cheat client и тыкаем вот на эту штучку, нам с вами пишет success, и мы с вами можем включать GM и делать все, что захотим. Так, еще я хотел вот узнать, мы safe all на этом серваке прописывать сможем, safe all. Ну-ка, подождите, а если, подождите. Давайте возьмем лопату. Сейчас, попробую багу одну. Save all. О, все, мы с вами, ребята, обошли защиту этого сервака. Все-таки не получилось у них немножко это сделать. Не продумали немного. Ну ладно, давайте крашнем. И да, крашу я при помощи плагина, хак-плагина, то есть сам хак-плагин. Я вам скину тогда, как только на этом видеоролике набирается 6000 лайков. Так что рассказывайте об этом видосе друзьям и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что когда наберется 6000 лайков, вы можете просто забыть про этот видос, и как бы все ваши друзья будут крашить серваки, а вы будете просто сидеть и не помнить, что вообще такой был видос. Так что как-то вот так вот, да. Так, а пока что я еще пропишу PT сферы лава 5. Я слэш забыл поставить. Окей, извиняюсь. Сверлава 5. Ну-ка, и да, получилось. И сейфал. Все. Надо запомнить, лопата это у нас сейфал. Потом ПТ. Это у нас кирка СПАРИ 5. Вот. Кстати, а я не прописывал, по-моему, СПАРИ 5 или прописывал. Ладно, неважно. Ну, по-моему, я не прописывал. Но она мне сразу начала ломать. Нифига себе. Ну, неплохо. А если бы у меня интересной опки не было, я бы мог тоже так ломать или нет? А была бы просто гемка. Ну ладно, пофигу. Спам тут не очень большой, и крашнуть его, мне кажется, не составит никакого особого труда. Поэтому давайте сейчас это именно и сделаем. Так, ну, можно вот тут еще сферу запустить. Нет, давайте, знаете, как сделаем? Сейчас, секунду. Сделаю ПТ-сфера. Сейчас. ПТ-сфера. Лава 10. И буду просто вот так вот жестко сетить вот эти стенки. Ну, потому что нафиг они тут нужны на самом-то деле. Так, вот тут вот еще сетну стенку. То есть, чтобы весь спавн у нас был окружен лавой. Я хочу вот этого добиться. Так, где я вообще нахожусь? Вообще куча лавы. Ну, кстати, сервак даже не подлагивает, я заметил. То есть, походу, у него какой-то мощный хостинг на самом деле. Но все равно нам это не помешает его крашнуть. И давайте что... Сейчас ждем, пока лава это будет растекаться, и поломаем тихонечко кирочкой. Как всегда, опки подписчикам я выдам под конец краша, потому что они еще об этой команде не знают на этом серваке. И как-то вот так вот. А, и да, ребят, если вы хотите, чтобы на крашах я выдавал вам сразу же опки, тогда пишите свои никнеймы в комментах, чтобы я знал, что вы точно мой подписчик, и как бы вот так вот. И еще, пожалуйста, вот убедительная просьба, если вы взламываете какие-то серваки, то, пожалуйста, не издевайтесь над игроками, не ломайте их дома, потому что, ну, по сути же, они ничего плохого не сделали, да, то есть, ну, вот лично вам не было бы обидно, если бы какой-нибудь чувак просто пришел и сломал ваш дом, сломал вот ваши сундуки, то есть, все, вы потеряли, считайте, все ресурсы,
которые только у вас были. Вот лично мне было бы обидно, я вот по своему примеру вот и сужу. И поэтому дома людей других я не трогаю, а трогаю только спавн. То есть провинились, по сути, админы. Игроки ничего плохого не делали. Поэтому, как бы вот так вот, да. И от спавна тут уже почти ничего не осталось. Давайте прокопаем тут до бедрока. Где он там? Еще далеко до него? Так, ну люди падают. А, вот все, бедрок. Пацан... А, ну он сам упал. Ну вы заметили, да, что он как бы еще стоял. Так, ну все, чисто вот тут на спавне у нас такая дыре небольшущая. Давайте все это сохраним. Так, и что тут еще можно сделать? Можно... Так, сейчас, сейчас. ПТ. Сфера. Ватер 2. Можно немножечко воды так вот поразливать, чисто для приличия. Стоп, а я смогу мобов спавнить? Спавн. Моб. Эндер Драгон. И да, он заспавнился. А он ничего не ломает, да? Жаль. Просто на некоторых серверах почему-то мобы даже вообще не спавнятся. Спавн моб Эндер Дракон. И чё? А, ну вот. Ой, блин, лагать начало жестко из-за Эндер Драконов, конечно. А, ну вот, они лаву ломают, а спавн они почему не ломают? Или ломают? Не, я не понимаю чуть-чуть. По-моему, единственное, что не ломает, это спавн. Давайте еще Эндер Дракончиков поспавним с вами. Спавн, моб, Эндер Драконы, драконы. А, нет, глядите, они все-таки ломают спавн, окей. Правда, тут уже ломать-то, по сути, и нечего, потому что в основном тут все сломал я. И еще давайте визоров заспавним. Спавн моб. Так, 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 так. Витхер. Все, 10. Ох, какая куча. Какая же куча полетела. Ё-моё, вот это жестко. Ну, сейчас на серваке 15 онлайн. И как-то так вот, да. Ребятки, я еще раз повторяю, что сам плагин я вам скину, когда на видосе наберется 6 тысяч лайков. Так что просите друзей, чтобы они тоже поставили лайки. И все вместе мы сможем набрать 6 тысяч лайков. А что тут происходит у вас, пацаны? Ладно, не буду вам мешать. Окей, как бы. Тут что-то чувачки у нас стали на этом блоке и ничего не двигались. Так, ну все, воду тогда тут разливаем. Прописываем сейфал. И давайте тогда, наверное, будем давать уже опки подписчикам. Оп. Так, донатеру давайте дадим. Он просит. Оп, дона... Я опки не буду давать. Возможно, только через консоль. Устраивается с консоли. 100p. А, через ПТ я смогу выдать опку. ПТ. Оп. Допустим, мистер Миха. Да, через ПТ я тоже могу выдать опку. Ну все, то есть мы нашли с вами уязвимости этого сервака. Нашли... Ой, что-то всех повыкидывало, капец. Нашли с вами, как же можно сейвить мир. Ну, сохранять, как можно выдавать опки пацанам. Так, давайте вот аккаунту 23.6 дадим опку. Так, аккаунт, лови. Потом, кто следующий? Ребят, кому еще надо? Так, нику давайте дадим. Ник, потом Хаген. Ну все, Хагену дам. Ребят, дальше давайте тогда сами разберитесь, кто просит опки. Тогда, я надеюсь, вы будете им выдавать. И сейчас не будете стоп-сервак, сейчас, чтобы доломали спавн. Так, ну-ка, за грани спавна вылетим. Что тут находится у нас? В смысле, туда же домов на серваке нету? А, не, глядите, какой-то человек тут у нас стоит. Ну ладно. Если что, на сервак я позвал сейчас своих подписчиков. А что они делают? Они тоже пытаются как-то спавн оккупировать? Или что? Я не понял. Ну, окей. Ну, это, походу, обычные игроки вот этого сервака. Ладно, пофиг. Так, ну, в общем-то, наверное, и все, ребят, покрашили вместе с подписчиками сервак. Давайте еще раз сохраним все это дело. Заспавним. Сейчас я сделаю. ПТ. Сферы. Лава. Ту-ту-ту-ту-ту. И бац. Все. От этого сервак по-любому сейчас должен офнуться, только придется немножко подождать. Потому что ни один сервак еще такого не выдерживал. Как бы, ну вот, неплохо покрашили, показал я вам новый способ взлома, так что набираем, ребят, 6 тысяч лайков на этом видосе, я вам скидываю плагин для взлома, вот, и также, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь на него, и пишите в комментах свои никнеймы, чтобы на следующих крашах я вам сразу выдавал опки, вот, ну, или же взламывайте сами, как бы, вы способы многие знаете, все, сервак у нас софнулся.
Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!